Замерзлся. Дом признан в аварии в 91 году. Был включен в программу расселения. 28 жилых помещений. Дом признан аварии. Все расселены, за исключением одного, который по решению суда вступило в декабре в законную силу, должен получить средства от муниципалитета. Два нежилых помещения. Проживать в доме за исключением одного человека никто не должен. Сейчас выясняем. Кто находится в доме, имеет право проживать, либо не имеет права проживать. Соответственно, два нежилых помещения. Дом является памятником истории и культуры. Построен в 17 году. Пока неизвестна дальнейшая судьба. Дальнейшая судьба дома? Дома, да. Это будет определено с учетом того, что характер повреждений и других юридических процедур, связанных с участием собственников нежилых помещений, пропорционально его восстановление, либо каких-то других. Сейчас очень рано об этом говорить. А сроки этого решения приблизительно какие? Они займут день, два, неделю? Не могу сейчас на данный момент это сказать, потому что есть множество факторов, которые нужно изучить. Сейчас самое главное — обеспечить безопасность граждан и выяснить законность проживания тех лиц, которые почему-то там оказались.